Всем привет! Меня зовут Наташа. В прошлую субботу молодежка собиралась на пикник. Было весело, много интересного мы узнали. Мы провели чудесное время. И давайте же посмотрим, как это было. Всем привет! Меня зовут Влад. Мы находимся на отраде, на собачьем пляжу. А ты собак снимала? Нет. Наташа, вон собака. Раз, два. Вот собака возле моря. Сьогодні у нас відпочиваюча молодіжка. Частина молоді вже знаходиться в морі. Ми купили два ковуна, взяли гітару, приготували прославлення. Надіюсь, сьогодні буде прекрасна можливість прославити Бога, відпочити в компанії один одного. Даніка, Данік, не стидно тебе на півтора часа опаздувати? Та знайти щось дійсно корисне для себе. Можна служення? Звісно. Хотіла б ли ти, щоб у нас чаще приходили такі молодежки? Мені б хотіла, але це насправді тяжело організувати. Мені не подобається цей вопрос. С 11 по 13 августа в городе Татарбунары, Одесская область, проходил молитвенный ретрит, в котором молодежка принимала активное участие. Привет всем, меня зовут Аля, я на ретрите в Татарбунарах. Это уже третий день, последний, и я всем предлагаю и говорю, чтобы все приезжали сюда на ретрит и участвовали с нами, и прославляли Бога живого. Что они не ведали, что делали, прости. Или законом есть, научи детей и передай. Вообще, чтобы вы понимали, я тоже не мог понять, зачем все эти заповеди, вот эти все... Меня зовут Ирина. А меня зовут Эмили. Мы сейчас находимся на ретрите в Татарбунарах. Тут очень классно, мы много молимся, каждый день, и заряжаемся много энергии, вообще нам очень нравится. Было много переживания Духа Святого, у нас каждый день есть новые люди, есть свидетельства, некоторые люди видели видение, общались с Богом, у нас была интересная практика молчания, да. И слышали Духа Святого, это было очень круто, я очень хочу просто, чтобы такие ретриты были чаще, да. Чтобы слава Божья продолжалась все больше и больше с каждым человеком, чтобы каждый его почувствовал и увидел его славу. Надеюсь, вам понравился наш ролик, и если вы хотите посетить молодежку, у вас есть возможность посетить 19 августа в 16:00 возле здания общины. Мы снова собираемся на море. Да, берите с собой купальные костюмы, полотенце, желательно деньги на дорогу. Еда там будет. И, конечно же, хорошее настроение. Пока-пока!